Я люблю нашу историю, люблю Россию, русский народ. Все, что связано с нашей родиной, для меня дорого. Вы знаете, как легче всего выйти из болота? По вешкам, оставленным для тебя добрыми людьми. Так и я ставлю на пути россиян образы великих предков, чтобы не сбили их с истинного пути мутные соблазны нашего времени. Для утверждения христианства ставить не только храмы, но и памятники. В нашей стране зачинателем этой традиции стал скульптор Вячеслав Михайлович Клыков. В любом деле сначала должна быть идея, ради которой, так сказать, мобилизуется наша воля. Воля рождает конкретные действия. На необъятных просторах земли русской мастер оставил нам свои памятники, поклонные кресты, скульптурные изображения, храмы и звонницы. По своей значимости, масштабности, духовному содержанию и значению работам Клыкова нет равных в новейшей истории России. Он оставил нам героическую летопись, в которой прославил святых и писателей, великих полководцев и выдающихся деятелей. Поистине вечная проповедь в скульптуре. Великие даты Господь Бог посылает нам, как бы в последние времена. Вспомните, вся страна отметила в этом году 250 лет со дня рождения преподобного Серафима Саровского. В прошлом году было столетие прославления также преподобного Серафима Саровского. Крестные ходы, связанными с теми святынями и иконами, которые приходят в Россию. Мне довелось встречаться с Вячеславом Михайловичем 6 раз. А начиналось это так. Тогда Юрий Терентьевич Синяпкин узнал, что власти малой родины Клыкова, города Курска, отказались принять в дар авторскую работу Вячеслава Михайловича памятник преподобному Серафиму Саровскому. И Юрий Терентьевич встретился в Москве с Клыковым, договорился, что памятник будет передан Сарову. Потом получили одобрение у владыки Николая, митрополита Нижегородского Арзамасского. Потом депутатская комиссия во главе с Борисом Владимировичем Пивницким рекомендовала председателю горсовета Валерию Николаевичу Такоеву принять этот дар. А в то время на такое было непросто решиться. Демократы навесили на Клыкова ярлык сторонника красно-коричневых сил, а слово «патриот» было ругательным. Однако Такоев уговорил Клыкова лично приехать в город, вместе с ним объездил территории для выбора подходящего участка. Кстати, среди прочих назывались площадь Ленина, Комсомольская площадь и даже сквер, где раньше стоял памятник Горькому. Но Клыков выбрал Дальнюю Пустынку, сказав, что самое святое место именно здесь. Второй его визит, тогда еще в город Арзамас-16, состоялся в канун второго обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Когда шли подготовительные работы по установке памятника, тогда Клыкова подводили смежники, которые не успевали к 1 августа отлить памятник в бронзе. И он принял решение устанавливать гипсовый вариант на выбранном постаменте, на камне. Чтобы все это доставить на Дальнюю Пустынку, мы командировали в Москву Евгения Михайловича Тарасова. И он выполнил свою миссию. Я не боюсь назвать эти поручения сим высоким словом, поскольку тогда в Москве противостояние властей накануне путча достигло апогея. Столица буквально бурлила. А тут еще мы с громадным трейлером. Я встречал эту платформу в городе. Евгений был весь в пыли, но светился от счастья. Однако здесь нас подстерегало испытание. При выгрузке многотонного камня-постамента стропольщики что-то не так сделали, и он рухнул на платформу трейлера. От сотрясения повредилась кисть руки вот этой самой скульптуры. Мастер ругался, как мать на хулиганов, сделавших больно родному чаду, и увез скульптуру на базу ЖКО, туда, где позже образовалась база предприятия «Металлика», для реставрации. А камень стали монтировать там, где он сейчас и стоит. Мы несколько беспокоились. До Клыкова никто не устанавливал памятников православным святым, поскольку это считалось католической традицией. Но и мы не знали, как к этому отнесется сам святейший патриарх. Но все получилось замечательно. Алексей II осветил камень-постамент. Потом привезли поправленную скульптуру и установили. И сразу же за памятником образовалась довольно большая группа бабушек и дедушек, которые стали служить молебен. Вячеслав Михайлович был очень доволен. Памятник признали. И до того ему понравилась одна старушка,
что он при официальном открытии памятника вызвал ее из толпы и подарил овальную икону Серафима Саровского, работы своего ученика, отлитую из чистого серебра, весом 1,5 кг. А некоторым из нас он подарил бронзовые копии этой иконы. А спустя месяц в город привезли отлитую в металле фигуру святого. Это была моя следующая встреча с Вячеславом Михайловичем Клыковым. Нужно было незаметно провести подмену. Помню, как в тот день, 11 сентября 1991 года, под проливным дождем мы проводили эту спецоперацию. В непогоду на огороды в Союз никто не ехал, и свидетельницей наших стараний оказалась только одна прохожая женщина. А гипсовую скульптуру, покрытую бронзовой краской, Клыков увез к себе в московскую мастерскую, а она уже намолена. Тогда родилась идея установить у лестницы «Миру мир» еще один памятник работы Клыкова – Георгия Победоносца, но не срослось. Четвертая встреча произошла в мастерской у Клыкова на Большой Ордынке в Москве. Мы приехали к нему настоящим табором. Проговорили до 2 часов ночи. Он нас накормил, напоил и спать уложил. А сам уехал в монастырь к своему другу, отцу Тихону Шевкунову. Но каково было наше изумление, когда мы, проснувшись, увидели Вячеслава Михайловича в мастерской за работой. Когда он отдыхал, весь ритм его жизни был таков, будто он спешил везде и всюду успеть. И хотя здоровье у него было отменным, в свое время он был чемпионом Беларуси по борьбе самбо, но он будто зажигал свечу своей жизни с двух сторон. Вот и сгорел. А по его мастерской я ходил как по музею. Кроме нашего Серафима Саровского, там стояли памятники Льву Яшину, бюст близкого друга, писателя Василия Белова и многих других знаковых людей, которые были близки по духу самому Клыкову. Пятая встреча была специальной. Я тогда работал председателем первой Саровской городской думы и решил продолжить эстафету горсовета, вновь вернуться к вопросу установки памятника Георгию Победоносцу. Тогда мы навестили Клыкова в Москве вместе с Еленой Трусовой. Он дал обширное интервью, которое Лена опубликовала в газете «Саров». Последняя встреча с этим удивительным человеком произошла во время фестиваля православного кино в столичном кинотеатре «Художественный». Председателем жюри был сам Вячеслав Михайлович Клыков. Нас пригласили для вручения специального приза. Мы с Ларисой Сергеевной Ивановой вручили бронзовую икону Серафима Саровского автору документального фильма об этом святом. Похвала нашим приветственным словам из уст гения для нас самих была как своеобразная награда. Но вы знаете, была и седьмая встреча. Встреча с легендой. В канун 70-летия битвы на Курской дуге мы с редакцией газеты «Саровская пустынь» посетили Курск и деревню Прохоровку, у которой и свершилось знаменитое танковое сражение. И там, на третьем ратном поле России, мы увидели бронзовый памятник самому скульптору, установленный его ученицей. И навстречу нам, будто из вечности и будто живой, шагнул Вячеслав Михайлович Клыков.